Впервые местные жители, общественники, представители советов домов могли обсудить насущные проблемы одновременно с главой округа, его заместителями и представителями различных профильных служб. Вопросы в нашей жизни никогда не закончатся с вашей стороны к нам. Самое главное, чтобы это были разные вопросы, когда мы встречаемся через какой-то период. Тогда я четко для себя понимаю, что какая-то динамика в нашей работе присутствует. На каждый вопрос, касается ли он сферы ЖКХ, строительства, ремонта дорог или общественной безопасности, люди могли найти исчерпывающий ответ в этом зале. Мы здесь живем, мы хотим сделать город лучше. Для этого стараемся его делать всеми силами. Очень хорошо. Плюс нашего города, у нас очень активные жители. У нас очень активный союз, и жители хотят видеть свой город красивый, благоустроенный. Юлия Одинцова – председатель совета одного из домов микрорайона «Зеленая аллея». Она пришла к главе округа с вопросом о сроках начала благоустройства Тарычевского пруда. По ее мнению, преимущество такого формата общения с представителями руководства округа – возможность выяснить все обстоятельства того или иного дела. Происходит диалог один на один, никто не перебивает. Удобное для себя время, отпросился с работы, пришел и на все вопросы получил ответы. Алексей Петрович подтвердил, что один из застройщиков в Ленинском городском округе будет нам благоустраивать Тарычевский пруд. Еще один большой плюс подобного формата, который отметили многие участники – возможность обсудить самые разные вопросы сразу со всеми представителями руководства округа. То есть нет необходимости записываться на прием каждому из них. На таком формате первый раз. Надеюсь, что при таком взаимодействии, когда есть возможность сразу встретиться одновременно со всеми представителями администрации, позволит более активно решать данные вопросы. Такие встречи позволяют жителям выяснить, какая работа ведется в том или ином направлении. Например, Дмитрий Гафыкин в разговоре с первым заместителем главы администрации округа Альбертом Гравиным узнал о переменах, которые грядут в микрорайоне Зеленой аллеи. Будут, соответственно, для жителей сделаны парк, который мы давно уже добиваемся на протяжении 2017 года, если не ошибаюсь, мы просим его сделать. Вот. Вроде сказали, что до конца данного года обещают нам дать на рассмотрение, на общественное слушание проекты, вариантов. Понятно, что всем угодить невозможно, одному хочется одно, другое другому, но обещают, что дадут нам варианты какие-то для рассмотрения. Встреча продолжалась полтора часа, и более 200 человек смогли получить консультации по разным вопросам. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.